Екатерина, как цвет, без тебя мне счастья в жизни нет. Ягода малина, как Екатерина. Ой, сколько всего в башке. Так я вроде как считаю. Я считаю, что я где-то немножко пробуждена. Не знаю, как насчет осознанности, но если пробуждена, значит и осознанность уже есть. А как люди, которые спят, представьте, сколько у них в голове. Сейчас смотрю, у меня покиньте, у меня одно время в Питере все тело было в узорах, а сейчас смотрю, а у меня на ручках так сердечки. Не знаю, как показать. Тут сердечко, тут сердечко. Ну, короче, если показывать это тем, кто спит, они скажут, что мне пора вызывать неотложку. А если тем, кто осознанный, есть вот прямо в этом моменте, он нормально все воспринимает. Ой, как красиво. Едет на лесопеде беловласый ангел. А я не знаю, я ем, вот правда, одну траву, овсянку, там, не знаю, горох, картошку, что-то. А сейчас поняла, что очень-очень-очень Ирина Питер кричит. Я не слышу. А сейчас так захотелось печенки, вот именно куриной печенки. И с пюрешкой, и с салатиком. Какая красота, боже. О, бежит. Ты тоже мой фанат. Привет, дурандот. Хоры нету, она дома. Еще один белый ангел. Привет, мои любимые. Привет. Добрый, прекрасный день. Все еще понедельник. Какой он сегодня длинный. Чуть под велосипед не попал. Сейчас тоже зашла почитать комментарии. Ну, как всегда. Вы же знаете, что это моя любимая работа. Реально у меня сердечки. Тут сердечко. Может, на солнце виднее будет, не знаю. Да пофиг. Зашла почитать ваши комментарии. Там кто-то пишет. Что за бред? Вот чем наполнен твой божественный сосуд. То и выливается. Вот у тебя, походу, бред. Вот он и выливается. Вот, потому что чем богаты, тем и делимся, мои любимые. И еще раз напоминаю вам, что мы все, каждый, говорим только о себе, только для себя. Все, что произносит наше, не знаю, существо, оно произносит для нашей души. Для расширения сознания, для того, чтобы душа или уснула еще больше, или взбодрилась и проснулась и так далее. Так что все, что вы говорите, говорите для себя и про себя. Все, что вы присваиваете в ваши умы, что вы делаете, вы моете, вы стираете, вы копаете, вы рисуете, тоже для вашего пробуждения, для того, чтобы вы вспомнили, что вы ни хрена не делаете, вообще никто. Даже те, кто кладут вот этот асфальт, они ничего не делают. Бог через них все абсолютно сотворяет, творит. Надо покормить птичек. Кому надо? Ире почему-то надо. Как этот говорил из служебного романа. Петь хочется, бабочка, бабочка, бабочка. А мне птичек покормить хочется. Вот так вот. Туру-туру-туру-туру-туру. Привет, мужики. С белой головой. Привет, это я. Узнали? Да, узнали. Молодцы.
ты тут? И я тут. Привет. Улетели. А что улетели? Я сейчас буду еду. Ну, то один остался. Ну, одного покормим. Что нет-то? А, или они полетели, кого-то позвали, походу. Да отстань, собакин. Нюхай, нюхай. Нюхай. А что не хари-то? Кто звонит? Кто звонит? Юлька. Юлька, отстань, я занята. Я занята. Кушайте. Кушайте. Никого не слушайте. Кушайте. Брат ты мне. Или не брат? Брат ты мне. Собакен, ну отвали. Он подходит, облизывает мне ноги сзади. Еще сейчас начнет метить на меня. Гаденыш. Кыш, брысь. Кыш, брысь. Кыш, брысь. Иди. Малявка. А мне вот правда он нравится. Я подруге сказала, что хорошенький. Пусть женится на Харите. Она говорит, ты что сдурела? Ну и короче, начала. Начала. А потом обиделась на комментарии. Она, ну она еще вовлекается. Мне-то пофиг. Вот. На хейтеров. На тех, кто спит. На всех. Есть и ладно. Нету, еще лучше. Смотрите, как красиво они собрались цветочком. Вообще. Тут так вроде сердцевинка. А там так лучики. То лотосом собираются, то чем-то еще. Так вот, о чем это я? Кто-то написал, что подруга вам бросила Хариту. Сама не справляется. Что это ваша собака гавкает? Вы ее даже успокоить не можете. Так я даже тебя не могу успокоить. Даже тебя, вроде как человека разумного. А ты что-то мелешь, непонятно что. Кто это говорит? Твое недовольство. А ты кто? А ты не недовольство. Ты до этого. Ты безусловная любовь. А вот это все бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это все из твоего ограниченного ума. А ты хочешь, чтобы я собаку успокоила? Так это животное. А ты человек разумный и точно как Харита. Возмущаешься, еще что увидела, смотри, выкинули. Выкинули Мишку. Мишку. В прошлый раз, помню, выкинули Мишку. Я Наташке показала с Екатеринбурга. Она говорит, а что ты не забрала? Такой классный. Натусь, смотри, какой классный. Иди забирай. Я не хочу. Хватит за мной ходить, отвали. Все, покормила. Они, походу, уже так наелись. Опять идет за мной. За печенкой со мной пойдешь в магнит? Солнышко. Собака гавкает. Не можешь ее успокоить. Во-первых, собака все время с хозяйкой. Никто никого ни на кого не скидывал. А всегда я прошу, чтобы она привела Хариту ко мне, когда уходит по делам, еще что-то там, не знаю, к маме помогать или на дачу, когда не хочет хору с собой брать. Я прошу ее, чтобы она привела мне. И я снимаю, естественно, сразу видео про хору. Вот. Иногда Харита каждый день ко мне приходит. На час, два, иногда на три. Но это не значит, что хозяйка ее бросила. Просто хозяйка не снимает видео. И вы ее не видите с той стороны жизни. И вам кажется, что она всегда у меня. Нет. Она часто приходит ко мне утром. И очень редко остается на ночь. А всегда она с хозяйкой. Так что не надо ля-ля. Вот. Какая птичка. Красивая. Не знаю, как называется. Хвостик такой длинный. А этот все идет за мной. Чудо мелкое. А я так и несу это птичкам. Думала, может, еще покормлю где.
как красиво. Боже. Боже, столько деток. Сейчас, наверное, время такое. Там вон в колясках. Тут вон под машину бегут. А мамаши не успевают догнать. Чего вы тут гуляете? Столько площадок в этой деревне детских. Я иду, как будто это мой пес. Ай, смешнючий. Чего ж ты ходишь за мной? Федя! Иди к хозяйке к своей или к хозяину. Шо они тебя бросили на меня? Иди. Нафиг. Что-то еще хотела сказать, вот ответить на эти комментарии. Бестолковые, из ума, из своего представления. Не из истины, не из того, что на самом деле. Ну, не помню, правда. Я их не запоминаю, эти комментарии. Они у меня моментально так... и улетучиваются. Точно так же, как слова. Точно так же, как облака. Сейчас смотришь, а, лебеди летят. А потом трынь, уже совсем другое. Уже другая картинка. И другая, и другая. И так же и мы с вами. Мы не статичны. Мы каждый миг меняемся. Каждый миг наши клеточки обновляются. Совершенствуются, наполняются божественным светом. И поэтому нельзя что-то кому-то предъявлять, потому что вот чел такой, а через полчаса ты его встретил, он вообще другой. И это нам вбивают программы, что человек не меняется. А если был козлом, то козлом и останется. Нет, мои любимые, это программы. Любой человек имеет шанс проснуться, вспомнить себя, полюбить себя, простить себя за то, что он верил во всякую шнягу. В любом возрасте, кстати. Все, пришла. Там надо в рюкзак спрятать, пусть скажут, что я у них взяла. Так. Чек. Давай, котик мой. В любом абсолютно возрасте. Независимо от возраста, от нации, от пола, вы можете проснуться, каждый из вас, если вы перестанете себя обвинять за какие-то несуществующие ошибки. Нет никаких ошибок. Все, что вы здесь делаете, это ваш опыт. Смокин ждет. Абсолютно все. Опыт негативный или позитивный, это уже разделяет ваш ум. А все просто опыт для вашей души. Она как Бог не делит на хороших и плохих детей. И вот эта карма тоже, которую вам придумали, тоже разделение ума и игры ума. А я пришла за печенкой, моей любимой. Я даже не знаю, где она находится, потому что давно не ела. Ливер, помню, в Москве покупала и делала пирожки и маринки. У меня мурашки от моей Натальи. Забежал. Я не знаю, как он забежал. Я не запускала его. Вы видели, я оставила его на улице. Может, где-то в холодильнике тут печенка. Не знаю, сейчас посмотрю. В холодильниках. О, что-то нашла. Давайте читать. О, нашел. А я милого узнаю по походке. Хвостиком машет. Довольный. Нашел Иру. Сейчас я тебе хариту с кармана достану. И да. Что ты хочешь, мяско? Сейчас тебе любое мяско кину. Что это? Посмотрим. Свежесть выращена в натуральных условиях. Не знаю, что это такое. Очень мелко написано. Печень
цыпленка бройлера 450 грамм. Отстань. 0,450 грамм. Что еще написано? Не знаю, если вам видно. 7.09.24 года. 30.08.24. До 7 числа, в общем, годная. Нет, я хотела побольше, чем 450 грамм. Для Хариточки тоже хотела. Тара-тара-тара-тара-тара-тара. Что тут глянем? Это что? Какая-то штучка. Не знаю, что это. Тоже не знаю, что это. Короче, ищу печенку. Вот это не она. А где она? Покажите. Проведите. Это что? Это желудки. Желудки не надо. О, смотрите, тут что нашла внизу. То же самое. Да, то же самое. 450 до 7 числа. Других не вижу. Других не вижу. Так что, 450 на один зуб? Харите. Так, смотрим. Стейк. Не хочу. Что еще? Что еще я не хочу? Ближние горки. Не знаю, что это. Мираторг. Купаты. Первая свежесть. Что? Рамштекс из цыпляток бройлеров. Тоже не то. Это что? Котлеты из говядины отличные. Тоже не хочу. Фарш говяжий точно не хочу. Фарш, не хочу фарш. Не хочу фарш. Так, котлеты домашние не хочу. Котлеты не хочу. Фрикадельки тоже не хочу. Блин, тут все такое. Нету тут то, что мне надо. А тут что? Стейк, ребра. Там. Крылышки, шашлык. Свинина не хочу, окорок не хочу. Так что мне вот этот маленький тогда брать? Не знаю, мои любимые. Даже не представляю. В общем, зависла. Может, это еще холодильник принести? Мне надо с перламутровыми пуговками. Будем искать. Вот тут точно нигде не вижу. А вон там, может, холодильники. Ой, Ира не найдет, так придумает, материализует. Нет, тут для мороженого холодильник. Собака, отвали. Отвали. Та-та-та-та-та-та. Сейчас я похожу, не найду и куплю что-нибудь другое. Ой, какие арбузики. Вообще не хочу. Правда, лет 5 не ела арбузы. Когда мы в Крыму траванулись арбузами, такой опыт до сих пор у меня помнится. Тара-тара-тара. Тара-та. Что ж делать-то? Что ж делать-то? Еще знаете, что я очень хочу? Морскую капусту. Тоже нигде ее не видела. Как-то не попадается мне. Я верю, что она есть где-то. Где-то? Вот такая есть. Морковка есть. Вот это есть. А капусты морской не вижу. Ни в Пятерочке, ни здесь. Хотя должна быть. Может, я невнимательно как-то смотрю. Это что такое? Перец. Не надо. А там что сзади?
тоже перец маринованный. Хумус. Да ладно. Я его и сама могу приготовить. Где это еще? Нету ничего. Видите? Собакен, уйди. Уйди. Нету морской капусты. Все вам пересмотрела. Пересмотрела. Вот она нашла. Да ладно. Правда, что ли? Та-ра-та-ра-та. Морская капуста. Салат из 15.07.24 года. Не знаю, сколько она хранится. Посмотрим подальше. А подальше 10-го. Не хочу 10-го, 7-го. Уже 9-й месяц, а там 7-го. 16.12.24. Блин, не вижу, мелко так написано. Вот. Что там написано? 18-го или 16-го? Ноль восьмого, вот, августа. Может, такую взять? До 16 января. Чего? Нет, 16 января сделали. И до августа. Да ладно. Вот гады. Поставили сюда ее прям. Давайте маленькую посмотрим. Давайте маленькую посмотрим с вами. Та-ра-рам. Масса не то есть. 120 суток есть. 12-го, 8-го. 120 суток, значит, еще хорошее. 12-го, 8-го, 2024-го. Ну, значит, возьму такую, что делать. Правда, очень хочется морской капусты. Сварю картошечку, хоть я и не нашла. Что искала? Печенку. Не нашла печенку. Хотя все обыскалось. Может, женщина знает, где печенка. Ну вот печенка, но она не та. Первая свежесть, печень охлажденная. 450 грамм. Ну что, беру 450, лучше, чем ничего. Только число гляну, мои любимые. 7, 9, 24, 30, 8, до 7 числа. А сегодня 2. Но я думаю, пониже, может, что-то будет посвежее. Пониже. Смотрим, тоже 7, 9, 30 августа до 7. Ну, по-моему, неплохо. Тоже до 7. Ну ладно, берем. Берем. Что-то это как-то вроде получше. Да ладно. Все, взяла. Тара-тара-тара. Кто-то яблочки забыл. В пакетике. Или кто это? Собакен, иди. Иди на улицу. Что ты сюда пришел? Покупку. Отсканируйте карту Магнит и получайте больше скидок. Сейчас. Давай, открывайся. Отсканировать карту Магнит. Где она у меня? Вот это?
Да. Где сканировать? Тут. Сканировали. Дальше. Дальше. Пикаем. Ну, отсканировали. Внимание, вы хотите продолжить? Да. О. Отсканировалось. 59,99. Теперь это. Дурачок, чек. О. 149, не знаю сколько. Дальше. Оплатить 209. Так все, уже тут все отсканировали или что? 209,98. Еще платим. Где тут? Тут? Ничего не понимаю. Пробить купон, найти товар, оплатить. Укажите количество пакетов. Да не надо пакет. Не нужен. Все. В настоящий момент осуществляется проверка карты. Пожалуйста, подождите. Укажите количество. Продолжить. Карта магнит добавлена. Получить чек не надо. Оплата. Давай. Ничего не понимаю. Сюда? Или сюда? Или куда? Да блин, что тут магнит-то? Я уж сюда клала. Все? Получить электронный чек. Не надо мне чек. Давай чек. Введите электронную почту. Нет. Назад. Быстрых платежей. А что там, карта? Ничего не понимаю. Оплата. Зараза, пошла на кассу.